Привет, Юля и Марина. Всем привет! Сегодня вы выбрали набор такой красивый, да? Слаймы. Слаймы своими руками будете делать. Давайте так открывать такой набор, посмотрим, что там внутри. Смотрите, какая красота. Здесь Лежу. И мороженица, и слаймы, и украшения, и даже блендер есть. Ага. Давайте смотреть. Открывай да. коробочку. Мне уже интересно. Я уже а мне как интересно. А я не могла никогда дождаться. Да, сейчас откроем, посмотрим вместе. А здесь скотч, вот здесь. А тут? Открываем. Открываем, смотрим, что внутри. Вытаскивайте все из коробочки. Там будем смотреть. Что-то. Блендер у нас. Порошок. Смотрите. Порошок, такие давайте по очереди. Это у нас входит в блендер здесь такой. Шейкер. Блендер. Так, а вот это что? Это такое зонтик. А почему тут давайте одна? Мы сейчас Шучка. Все разберем. Шучка. Смотрите, это мороженица. Я нужно будет крышка. Ей прицепить колесики. Колесики нужно будет прикрутить, и наклеечки где-то должны быть, чтобы красиво мороженицу обклеить. Есть одна баночка. Это, да, это шейкер, мы будем там перемешивать. Открывай, Юля, снимайте вот это, доставайте блендер. Он вау. Уже открыт. Так, вау, что там? А здесь, смотрите, сколько стикеров. Вау. Стикеры какие красивые. О, как их много. И вот они. На мороженицу вам нужно будет наклеить. Обклеить красиво, сначала, так как на коробочке. Ну, сначала сюда на да, эти колесики. Давайте разбираем. Давайте еще здесь посмотрим, колесики, что здесь да. у нас. Внутри, в кулечках. Так, там и разные порошки. А у тебя, решила, Марина, что? Что? Я уже решила, у меня будет желтый слайм с желтыми арбузиками. А я уже тоже, я уже решила, у меня будет... Доставай, слайм. Доставай. Вот колесики, нам мне как бы крутить. Колесики, что у нас там еще, выкупаем, смотрим. Маленькие мороженое, смотрите, желтенькое, голубое и розовенькое. Где еще? Мы вставим потом в мороженицу. Вот как оно будет смотреться красиво. И куча у нас еще украшений. Где они все? Вот какая красота. Даже трубочка для... Класс. Вообще уже не терпится быстрее посмотреть. А пока вы там рассказывали, мы уже все прикрепили. Молодцы, колесики есть. Обклеиваем дальше. И будем делать слаймы. Лизуны такие. А мы должны стали сюда? Они. Ну вот, мороженица почти готова. Даже уже два мороженого у нас там стоят, да? Да. Обклеивайте дальше. Все, почти готово, да? А откуда вопрос? Ну что, готовая? Да. Какие вы умнички! Вы уже и обклеили стикерами, сделали им такие мордочки красивые привет. С глазками. Привет. И мороженица у нас уже тоже обклеена. Вы просто молодцы. Смотрите, как красиво получилось. Какая она яркая на колесиках. Да? Складывайте, чтобы оно не растаяло на место. Теперь приступаем дальше. Теперь приступаем к слаймам, да? Будем делать лизуны. Вот у нас такой блендер. Мы наполнили его водичкой. Сколько написано в инструкции. Вставляете. Теперь надо сырьяться закрыть. Юля, закрывай миксер. Он у нас на батарейках, он работает по-настоящему. Все по-настоящему, с водой. Только у нас начал слайм. Так, вы выбрали себе розовенький, да, порошочек сначала? Ну, еще и желтенький. Давайте пробовать. Засыпаем водичку. О, какой красивый. Что у нас получится? Я честно не такой, я не люблю розовый цвет. Ну, тут еще есть желтенький. Я любила раньше желтый, но теперь полюбила лиловый. Ну, мы сделаем и розовый, и желтый. Я так, теперь Марина любовь. Накрывает крышечкой. Да. Давай, давай. И смотрите, здесь настоящая есть
такая ручечка, ее нужно покрутить, и он будет работать. Оно будет тут ляпать. Как настоящий блендер. Оно включайте. Будет тут ляпать. Почему? Вы же закрыли. Ну вот, тут дырочка. Давай попробуем. Смотрите, как классно! Вот, вообще как взрослый. Делайте лизуны своими руками. Я сама уже тележку пересекла. Готово. Теперь делаем желтый слайм. Марина, засыпай. Мы набрали опять водички в стаканчик. Высыпай этот порошочек вовнутрь весь. Ой, полностью. Красиво. Наверное, будет Все? Интересно, когда мы смешаем, какой цвет получится тогда? А интересно не только вам, нам это, тоже всем интересно. Получится... Закрывайте крышечкой. Оранжевый. Да, оранжевый. Крышечкой закрывайте. Ничего не забыл ставить. И ставь вот сюда наверх и включаем, чтобы оно крутилось. Мне тоже надо открыть. Юля, включай. Нажимай. Крути. И теперь делаем желтый. И ждем, когда он остановится. Да. Пока розовый подсохнет немножко, да? Будет готов желтый. Он такой яркий. Во, это мой. Классно. Сейчас он остановится. Остановился. А останавливается блендер, когда полностью густой слайм получился. Тогда он сам автоматически останавливается. И теперь 5 минут ждем. Он должен застыть. Но его надо вытянуть. Будем добавлять потом блестки. Посмотрим, что у нас в конце получится. Их надо вытянуть. Да, вытаскиваем. Вот что получилось. Так как блендер у нас очень маленький, и получилась маленькая пропорция слаймиков. Марина делает, украшает блестками, всякими украшениями. Розовый выбрала цвет. Вау! А у Юли получается желтый. Ты решила с лимончиками желтыми сделать, да? А, у меня тоже желтые есть. Прикольно. Главное, что они не липнут к рукам. У меня все разные цветы. Разные цветы. А хотите, можете смешать вместе, если вам хочется. А хотите отдельно оставлять? Нет. Решили так, да? Мои все желтые. У меня тоже желтый. Мои все желтые. Вот эти вот все мои желтые. Ну, показывайте, как они тянутся. Блестки уже добавили. Покажи, Марина, свой. Банки, вот. Ты уже его в баночку засунула. Угу. Тянется у тебя? Угу. Ну, его еще чуть-чуть надо вот так сделать. Пожмякать чуть-чуть надо. А кто любит слаймы? Да все дети любят слаймы. Как их можно не любить, жмякать в ручках? Ага. И вот такой вот можно еще пирожное слепить. А у меня вот такой вот. О, как красиво! Марина тебя... О, потом я вот так. Если какой вам нравится... хорошенький! Если вам нравится, ставьте лайк. Ох, нельзя было. Ну, всем пока-пока! Пока-пока!